Эвакуатор Том. Привет, проказник Тайлер. Как быстро ты ездишь? Ты слушаешь музыку. Осторожно, Тайлер! О, нет! Ты разбил окно! Тайлер, тебе не кажется, что стоит кому-нибудь сказать о том, что ты разбил окно? Смотри, ты разбила свой бампер! И колесо спустила! Я думаю, тебе нужен эвакуатор, Том. Привет, Том. Здравствуй, малыш Том. Проказник Тайлер попал в аварию и разбился. У него поврежден бампер и спустило колесо. Вы поможете ему? Прекрасно. В путь! Тайлер, Том приехал помочь тебе. Том хочет знать, что здесь произошло, Тайлер. Тайлер говорит, что ехал слишком быстро и въехал в окно. Отлично, Том. Теперь отвезем Тайлера в гараж и починим. Итак, с чего мы начнем, Том? Ты прав, Том. Бампер Тайлера требует починки. Чем его можно исправить? Молотком. Вот это да, здорово, Том. Бампер Тайлера выглядит как новый. Что дальше, Том? Я понял, нужно починить колесо Тайлера. Какое нам подойдет, Том? Кажется, Тайлер наехал на разбитое стекло. Вот это да, Тайлер! Выглядит лучше прежнего. Оу, смотри-ка, Том, малыш Том привез тебе кое-что. Малыш Том привез тебе метлу, чтобы ты смог убрать разбитое стекло. И он поедет с тобой и поможет. Превосходная работа, Том. До новых встреч. Привет, Кристофер. Как твои дела? Твой барабан крутится. Означает ли это, что ты мешаешь бетон? Ага, вижу, бетон поступает из разгрузочного лотка. На стройплощадке без бетона не построишь здание.
Кристофер, ты остановился? Уже перерыв? Нет? Оу, а что же произошло? Твой барабан больше не крутится? А тебе ведь нужно сегодня закончить работу. Ой-ой-ой, не расстраивайся, Кристофер. Все в порядке. Я позову эвакуатора Тома. Жди здесь. Эй, Том, кормишь голубей? Ах ты проказник. Том, извини за беспокойство посреди важного дела, но ты прямо сейчас нужен на стройке. Кристофер, бетономешалка, попал в беду. Пожалуйста, давай ему поможем. Отлично, спасибо, Том. И вам спасибо, птички. Давай поспешим, Том. Нельзя терять ни минуты. Здесь направо, Том. Отлично. Здесь вперед. Том, эта дорога ведет прямо на стройку. Вот мы и на месте. Видишь Кристофера, Том? А, вот и Кристофер. Давай к нему, Том. Кристофер, смотри, приехал Том. Будь уверен, он быстро тебя починит. И мы направляемся в гараж, Кристофер. Ты готов, Том? Тяни, Том. Да, у тебя получается. Гараж недалеко. Поехали. Ой-ой, что же нам делать? Слушайте, у меня есть идея. Кристофер, почему бы тебе не включить двигатель? Так Тому будет легче тебя буксировать в гараж. Прекрасно! Ну вот мы и в гараже. Кристофер, сейчас Том тебя осмотрит. Давай найдем тебе новый барабан. Прекрасно! Снимаем старый. Ставим новый. Вот так! Выглядит отлично! Давайте проверим, как он работает. Попробуешь покрутить барабан, Кристофер? Прекрасная работа, Том! Что-то еще не так, Кристофер? Ох, Том, похоже, с барабаном все нормально, но у нас теперь проблема с разгрузочным лотком. Ты думаешь, там что-то застряло? И что же нам делать? Да, давайте поменяем его. Итак, пришло время заменить разгрузочный лоток. Великолепно, Том! Давай теперь еще раз все проверим, Кристофер. Крути барабан. Похоже, все работает как и должно. С этим мы разобрались. Оу, смотрите, дыра в емкости для воды. Нужно ее залатать. Как мы это сделаем, Том? Что это, Том? Термофен? Отличная мысль, Том. Тебе нужно что-нибудь еще? Так, что у нас тут? Да, похоже, здесь мы нашли заплатку для бака с водой. Класс! Мне так нравится твоя маска! Одевай ее почаще!
Итак, мы разогрели края пробоины и теперь можем поставить заплатку. Горячий воздух из термофена приклеит кусочки материала друг к другу, и дыры больше нет. Поработал на славу, Том! Отлично справился! Пора возвращаться на стройку, Кристофер! До встречи! Скоро увидимся снова, Том! Пока! Эвакуатор Том. Что ты делаешь, Том? Оу, привет, малыш Том. Ты играешь в прятки со своим папой? Нужно поскорее найти место для того, чтобы спрятаться. Все верно, Мэтт, это фол. Тебе не стоит так врезаться в товарищей, Фрэнк. Все хорошо, просто больше так не делай, ладно? Теперь тебе придется бить пенальти, Мэтт. Нужно попытаться забить гол без Фрэнка, защищающего ворота. Как здорово ты поймала, Кэрри. Но ты упала. С тобой все хорошо? О, нет, кажется, ты поранилась, Кэрри. Думаю, стоит попросить Тома приехать и починить тебя. Эй, Том, Кэрри поранилась, играя в футбол. Ты можешь поехать помочь ей? Том приехал починить тебя, Кэрри. Он собирается отвезти тебя в гараж. Том сейчас оценит твои повреждения. Хорошо, Кэрри? Все верно, колесо Кэрри отвалилось, когда в нее попал мяч. Кажется, у Тома есть новое колесо как раз для тебя. Что дальше? Все верно, Том. На месте, куда ударил мяч, царапина. Ты собираешься закрасить это место краской? Сейчас даже не найти, где была царапина. Осталось сделать еще кое-что. Присоединить обратно конфетку, Кэрри. Как ты собираешься ее присоединить, Том? Клей, конечно. Ой,
Скоро высохнет, Кэрри. Это потому, что Кэрри вратарь. Как здорово! Спасибо тебе за все, Том. Кэрри теперь как новенькая и снова может играть в футбол. Ты хочешь себе такой же, малыш Том? Теперь вы оба готовы играть в футбол. Веселитесь, ребятки. До свидания, друзья. Эвакуатор Том. Упс. Повезет в следующий раз, да, Мэтт? Твоя очередь, Фрэнк. Пенни, осторожно. О, нет. Нам стоит позвать эвакуатора Тома прямо сейчас. Эй, Том! Самолет Пенни упала на площадку. Ты можешь поехать и помочь ей? А вот и эвакуатор Том. Он отвезет тебя к себе в гараж и починит. Вперед, ребята, поехали с нами. С чего мы начнем, Том? Пенни нужны новые колеса. Поедем и поищем нужные. Нам понадобятся другие инструменты, чтобы переставить колеса. Да. Домкрат. Хорошая идея. Отличная работа. Что еще нам понадобится? Ты права, Пенни. Тому нужно починить твое крыло. Это все, Том? Нет? О, я вижу. Ты собираешься закрасить эти царапины. Идеально. Теперь Пенни может возвращаться обратно, Том? Нет? Почему? У тебя есть особенный сюрприз для нее. Что же это? Yeah.
Потрясающе, Том! Пенни больше никто не собьет с неба на землю. Пока, Пенни. До свидания, друзья. Скоро увидимся.